А победителем прошлого ролика становится вот этот вот челик. Он получает 19 рубчанских. Отпиши мне ВКонтакте со всеми доказательствами, и ты заберешь свой приз. Ну а чтобы принять участие в следующем ролике, вам нужно поставить лайк, подписаться на канал, оставить один положительный комментарий. С помощью лайков мы разыграем бабосики. Допустим, если набирает 100 лайков, разыграю 100 рублей и так далее. С помощью комментариев выбираем рандомного человека, который заберет весь приз. В общем-то, участвуйте, выигрывайте, побеждайте. Ну а мы переходим к ролику. Погнали, парни! Здорово всем, парни, с вами Василько, это Инвути, на балансе у нас 250 рубчанских, ссылочка на сайт будет в группе, переходим в группу, подписываемся, ссылки на сайт нажимаем, и здесь абсолютно все сайты есть, ссылки в том числе и на Инвути, а вот, парни, также ссылки есть закреплены в комментариях, спускаемся вниз, там есть комментарий, первый комментарий, ссылочка на данный сайт. Короче, 15% ставим, проклацываем нахуй, нормально так, бодро клацаем, 11 рублей ставим, еще раз, и еще раз. 4 рубля ставим. И еще раз. Залетает на. Меня это не устраивает. Окей, по рублю проклацаем. 11 рублей ставим. Еще раз. Окей, 259 рублей. 15% это хороший шанс. Блять, из 4 ставок 3 ставки зашли. Я думаю... x2 сделать или косарь вообще поднять, и нормально. О, найс. Короче, стопаемся пока что. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 13, 14. Пиздец, вот это он подливает нормально так. 44. Пам. 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 И алын. Пам. Опа-на! Алынчик хорошо зашел. Алынчик хорошо зашел. Смотрите-ка. Ништячок, ништячок схватил. В идеале бы нормальные люди уже стопались бы, да? Но мы продолжаем. Ну, если я даже филку подниму, то это уже нормально. Пам. Опа-на! Опа-на! А это хорошо. А это хорошо, слушайте-ка. Ну и чё? Ну и чё? 111 рублей зашли. Нормально. 1 рубль ставим. Так и думал, что, блядь, слетит меньше. Бабосики-то бывают, да? То есть, блям, пацаны, ну это пиздата, согласитесь. Так, давай, не хулиганим. Братанчик, не хулиганим. Сейчас поднимаем косарик, это по 36% мы играем. И будет за 4 минуты косарик. Изи нахуй. 2 рубля ставим. 4 ставим, еще раз. Еще раз. Все нахуй. 4,44. Можно на 1% по фанчику, на меньше. Если бы залетело, было пиздато. Ну, в любом случае, пиздато. По сути, я со 150 рублей сделал косарь. Ну так, для вас 250, потому что я сотку хотел поднять. В итоге отменил. Косарик поднял. Нормально, нормально. В общем-то, парни, подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Изи косарик. Все, всем удачи и всем адьос. За 4 минуты мы сделали с вами косарь. Удачи, парни. Покедово.